Привет всем! Сегодня решил сделать обработку профилактическую и от заболеваний, и от вредителей своей теплицы. Если кто наблюдает за моим видео, месяц назад где-то у меня появилось там немножко белокрылки, делал обработку тепики. Вот, сейчас вот время прошло, два раза я делал обработку, сейчас решил еще раз сделать обработку. И заодно от заболеваний. Буду делать баковую смесь, расскажу, покажу, из чего я делаю. Вот. И дальше расскажу о тех препаратах, какие вы можете делать, тоже обработку, если не найдете профессиональные препараты. Как я уже сказал, сделал от белокрылки я обработку тепики. Вот такой пакетик 2-граммовый делаю я на 5 литров воды. Кстати, этот препарат действует не только хорошо на белокрылку, но и в летнее время я обрабатывал также розы, яблони там, ну, то есть все, что у меня там растет, такое плодов ягодное, цветочное, делал обработку. И очень заметил, очень хороший эффект был от этого препарата. Примерно месяц-полтора все стояло чистым, то есть без всякой тли, ну, каких-то там гусениц, еще что-то, все было чистым. Так, по поводу препарата тепики. Если вы будете им обрабатывать, если где-то приобретете, есть у него одно такое, как бы сказать, свойство, плохо растворяется. То есть делайте сначала, допустим, наливайте в какую-то баночку теплой воды, немного воды, ну, градусов, чтобы там 40, вот так было, примерно. Высыпаете, чуть-чуть перемешали и ждете. Через какое-то время, допустим, там минут через 15, подходите, еще раз перемешали. Эти гранулы в холодной воде, если просто вы засыпете в бак или еще куда-то, они у вас качественно не перемешаются. Вот, это вот, чтобы вы знали. Дальше. Очень хорошо от мучнистой росы помогает, и я делал обработку, но тут заметил, у меня небольшая вспышка была мучнистой росы, немножко. Я сделал обработку фальконом. Фалькон препарат тоже профессиональный, байерский. Препарат очень хороший, но с ним надо быть очень аккуратно. И если у вас прям, ну, сильно пошла эта зараза, можно сделать обработку, но можете поджечь листья. Сейчас я вам покажу. Вот калибрашка. Вот видите края. Это после обработки фальконом. И вот Midnight Gold. Ну, тогда он был еще маленький. Вот видите, остались обожженные края. То есть он на мучнистую росу действует очень хорошо. Если прям у вас конкретно, ну, достала эта мучнистая роса, можно его применить, фалькон. Эффект будет хороший и надолго. Но знайте, что если у вас вот такие краешки подожженные получатся у растения, это просто химический ожог от препарата. Сильно делать надо по дозировке, там 5-10 мл на 10 литров воды. Лучше не делать максимально, а сделать 5 мл. Тоже будет результат хороший. Если большую дозировку сделать, можете сильно пожечь. А так, вещь очень хорошая вообще от мучнистой росы. Также можете обрабатывать любые культуры от мучнистой росы. Так, в этот раз фальконом я обрабатывать не буду. Мне это не нужно. И я решил применить луну. Луну я применяю, если вы знаете, видели, также при укоренении, то есть проливая грунт. Я его применю в баковой смеси вместе с тепики, так как луна тоже немного действует на мучистую росу профилактически и от всякой гнили, так как здесь возможно, ну, закрытое все-таки помещение, влажность высокая, хоть я все время включаю принудительную вентиляцию, вытяжку, все равно время от времени я смотрю, кое-где очаги есть. То есть если плотно стоят растения друг к другу, да, и вот бывает так вот, зарастает сильно горшки, там где-то что-то я не успел, не почистил, то есть бывает там подсохшие листья, где-то еще что-то лежит, то появляется эта гниль. Страшно тоже нет, ничего, я делаю потом просто обработку. Вот,
прочищаю, ставлю на проветривание, поэтому серогниль боится ветра и проветривания. Вот, но я сделаю сейчас обработку, полностью всю эту теплицу обработаю, объединю, сделаю вместе вот тепики и луну на 5 литров воды, то есть 5 миллилитров вот у меня в шприце я отобрал на 5 литров воды, и также тепики все это растворю, сделаю. Вот так они профессионально выглядят. Вот Байер, Луна Транквилити, канистрочек такая. В другом Луна, то есть, ну, в других емкостях, в каких-то ампулах, еще что-то, не должна продаваться. Она идет только вот в канистре. Вот так тепики. Выглядит она, баночка пол-литровая, да, полкилограмма. Вот. Вот так выглядит профессиональный препарат тепики. Так, теперь... С этим все это я объяснил, рассказал. Ну, естественно, работать надо средств защиты дыхания, это естественно. Вот. Желательно, конечно, и перчатки одевать резиновые. Теперь вот о чем. Есть много препаратов, если вы это не найдете, а вам нужно сделать обработку, допустим. Хорошие препараты от мучистой росы Спор фирмы «Зеленый аптек садовода». Прогноз. Сильный хороший препарат, я им работал. И также и топаз от мучистой росы. Спор, он не только от мучистой росы, но также от других видов, от ржавчины, еще что-то там, тоже помогает. Для цветочных растений хорошо. Но есть одно но. Эти препараты, которые я показал, если у вас там, допустим, тепличка или еще что-то, и в данный момент вы там хотите, ну, рассад какую-то подрастить, да, и я знаю, у многих сейчас вы не можете поддержать хорошую теплую температуру, да, она сейчас вам и не нужна, но там, допустим, градусов там от 10 до 15, да, препараты вот эти будут плохо действовать при такой температуре. Они действуют свыше, желательно больше 20, там 20-25 градусов. Ниже 15 они уже действовать вообще не будут. Так же, как вот чистоцвет, так же, как вот есть препараты от вредителей, вот эти вот биотлин, шарпей я вот взял, фитоверм плохо действует при низкой температуре. Вот. Что я вам могу предложить, я это знаю точно, которые действуют при низкой температуре, и вы также можете, кстати, баку смесь сделать. Это хорус, он от 5 градусов действует. Хорошая, отличная вещь. Почему я предлагаю людям, даже вот если у меня в магазин приходят, ранней весной для обработки сада, всяких растений, хорус действует как при низкой температуре, так и при высокой. И плюс можно мешать салатаром от вредителей. По крайней мере, эффект будет. Вот это вы можете как раз вот взять. Хорус, он там тоже от 5 до 10, вот 2 грамма, от 5 до 10 литра воды, можете сделать, вы не сожгете, можете сделать 2 грамма на 5 литров воды. Так же, как и аллатар, вот такая ампула идет на 5 литров воды. Вы это можете вместе смешать, и все это у вас будет хорошо действовать при низких температурах. Хорос, он, кстати, также действует, сразу скажу, значит, и от мучистой росы, и от гнили действует. Ну, не так, конечно, как профессиональные препараты, вот там, но эффект будет. Хорус действует от гнили, от всяких манилиозов, это по саду. Вот. И также от мучистой росы. Так что, пожалуйста, вот, применяйте. Производитель, вот, хорус, ваше хозяйство, в руках вот я держу, и постоянно мы заказываем. Это ваше хозяйство, Нижний Новгород. Так же, как, по-моему, Латар. Да, точно, Латар тоже ваше хозяйство. Вот. Если кто спрашивал, у меня был там ролик по подделке препаратом, и спрашивал одна подписчица, чтобы я снял еще какое-то видео, чтобы показать, какие препараты действительно хорошего качества. Я вот вам сейчас показал, это вот август, что я доверяю август, Greenbelt, ваше хозяйство и зеленый аптек садовода. Вот эти вот я сам беру и применяю. Но это тому, это тем, кто не может достать, например, профессиональные препараты. Так, ну все, всем пока. Вроде кратко так рассказал вам. Сейчас буду делать обработку. Нужно это делать время от времени, чтобы не было серьезной вспышки. Потому что и белокрылка тоже, это зверь такой, что замучает. Так, ну все, всем до свидания, всем пока.